я всегда что-нибудь несу. Значит, ребята, вот эта песня написана в 2000 году. Тогда у меня был виниловый проигрыватель. И я его выкинула, потому что было неактуально, пластинки никто не слушал. И вот сейчас, стоя на этой сцене, я могу вам объявить, что у меня выходит винил! Спасибо! Винил! Презентация будет 4 декабря в Союзе композиторов. Приходите, это очень важное для меня событие. Итак, я даже знаю, что сейчас будет.